Здорово, пацаны! Всем привет! Сегодня у нас второй день великой стройки нашего логова. Бежи. Да, вчера мы хорошо покопались. У нас сегодня теперь начинается прокладка силовых кабелей и прочей фигни. Потому что обычные провода не выдерживают даже электрический чайник, начинаются плавиться розетки и прочая фигня, так как здесь проводка старая, алюминиевая, как-то так. И мы закупились кабелем, блин, дорогущий, 20 метров, 1000 рублей, охренеть можно. Вообще нереальные растраты для нас. Да, пришел вот Славик сегодня. Слава! Да-да, сейчас мы покурим и приступим. Слава у нас по электрике супер монтер, поэтому... Ну как, не супер, но так, кое-что... Все электрические вещи воспроизводит Вячеслав, блин. Это я делал. Вот. Славик, отварение. Это ужас, блин. Вот, розеточка слегка оплавилась, это мы чайник электрический включили, кофе хотели попить, блин. Слава тут собирает. Она задымилась вот здесь. Вот здесь я дым пошел. Да, и мы поняли, что чтобы пить кофе, нам нужны хорошие провода, которые держат напряжение. Слава, а почему чайник не выдерживает эти провода? А они это, силы тока не может он держать. И напряжение, он берет 2,2 киловатта, куда алюминиевый провод, сюда медь. А как же у нас дома они нормально работают? Вот дома более-менее проводка еще такая. Держит, да? Да, а здесь же все, ну, влажность все-таки, подвал. Угу. Там окисленное, охренительное и начинается. Кстати, я тоже, мы это у кого-то, не помню, чайник воткнули, он только закипать. Как это, розетка задымила, Такая же пятиэтажка, как и. Да. Старые провода, алюминий, он не предназначен для таких этих ват. Да, вот такие-то вот дела, пацаны. Тут с проводкой... Надо серьезно для света решать проблему, Свет он будет. Да, и еще я хотел вам показать, тут нами случайно была обнаружена вот такая вот клавиатура, Клавиатура очень древняя. Да, она просто ужасная. Тут... Ну, то есть не ужасная, она на годов, наверное, 80-х. Тут в ней вот в чем заморочка. Эта клавиатура даже без русских букв, Я не знаю, может, к Пентиуму первому подключалась, не знаю даже. Это старая. Тут даже он кто-то буковки писал вот маркером на русском. Genius. Не, ну это более древнее. Это совсем древнее. А кто это вообще производитель? Это какой-то... Чикони какой-то. А, Чикони просто, Я вообще такой не знаю. Я вообще тоже такой фирмы не знаю, хотя... А, Таиландская, смотри, слушай. Маден Таиланд, Смотрите, какие. Ну да. Ножички. Ножички прикольные, да. Год выпуска. Нет, тут нету года выпуска. Ладно, просто мы оставили ради истории. Как бы то, что вот раньше... пользовались таким. Ну, может быть, возможно, это даже к спектруму какому-нибудь подключалось. Если у кого был спектрум, тот знает, что это такое. Электроник еще был. Да. Вот всякие эмали, красочки, чтобы мы потом трубы покрасили. Инструментик у нас. Да, это я уже показывал. Электрический. Да. Ну, как бы, а вон наш чайник, тот, который... Который задымил. Который задымился. Чайник электрический. Как-то так. Ну, в общем, ребята, сейчас мы начнем уже приступать к этому. Скоро еще у нас тут будет полы. Да, вон там подвалы. Кстати, у нас почему-то повесили, объявление, на подъездах. Типа того, скидывайтесь по 300 рублей с каждой квартиры, чтобы пришли какие-то спецлюди и убрали подвалы. Ну, мы скидываться ничего не будем, потому что это бред собачий, потому что все знают, что за все уже заплачено, все есть в квитках, которые приходят. А тот, кто хочет бабла по-легкому срубить, это извините, мы лучше тут сами уберемся и приведем все в божеский вид. Да.
Здесь, кстати, был ужас, и мы это просто не засняли, потому что все это делалось авралом. Но когда мы сюда зашли, то даже нельзя было шага сделать. Тут просто была дикая свалка, заваленная до потолка всякой херней. Мы это все убрали. Итак, Славик у нас там светом занимается. Сейчас пойдем сходим к нему. Что-то он там ругается, что-то у него там не совсем получается. Подземная река текет. Издалека. Да, подземная река. Да. Что там, Слава? Да пиздец вообще, ёпта. Жесть. Как она есть? Нет, вот все погорел, блядь, где должна быть фаза. Её там нет, блядь. Как тогда свет горит, блядь? Может. Вот хуй. Это рабочие вообще? Конечно, рабочие. Это. Но вас никуда не это нет. Хуй. Это хуй. Это хуй. Где, блядь, что? Это должен разобраться. Это я разберусь сейчас в любом случае. Нет, так-то ноль, вот он, блядь. Тут есть. Ну, если ноль, нашел вот уже хорошо. Тот, который к нам идет, провод он подключен вот сюда и на выключатель. Который вот этот свет смотрели сейчас куда вот он его подключен. Ну как, блядь, это фаза к выключателю? Нет, это значит ноль на разрыв, блядь. А где фаза-то, блядь? Фаза где-то там. Там еще. Пиздец вообще, блядь. Кругом жопа. И даже забор какой-то ставит. Забор, да. Забор ставит. Слава, у вас очень крутой шлем, блин. Это все электрики носят такие шлемы. Да, обязательно. Блин, вообще обалденный просто шлем. Просто офигенский. Это у меня немножко соскочил сейчас. Это ретро-шлем. Вот так носить. Ретро-шлем. Хорош. Ну вот, пацаны, сегодня наш рабочий день уже как бы закончен. Славик там что-то колупался, но вроде нашел там, куда подсоединяются силовые там кабеля. Да, тут разведем. Ну вот тут сейчас сидим, блин, кофе пьем. Да, как бы сегодня праздник, да, Слав, день Великой Октябрьской революции, блин, это сегодня в ночь 7 на 8 власть в руки взяли рабочие, пролетариат, первый раз заявили о себе, как о настоящих людях, а не о каких-то там рабах-капиталистов. Типа того, блин. И капитализм весь затрясся от страха, короче. Типа того. До сих пор трясется, да. Так вот кто-то обратно процессы вспять повернул, блин. Ну тут уж ничего не поделаешь, это история. Ну-ка, Слав, расскажи-ка, что там вообще происходит с кабелями? Там какой-то дикий электрик что-то делал, там такого наворочно. Масса электриков здесь было. Блин, блин, вообще ужас, блин. Просто я там глянул, охренел. Ну, ладно, найдем. Там есть какой провод, блин. Там надо разобраться просто, какой куда идет, блин, чтобы выключатель не подсоединиться к этому. Так, Слава, а на пол что мы будем стелить? На пол, я думаю, мы будем это, ОСП. ОСП, да? Или да, ориентировочно-стружечная плита. Сколько она? Не ДСП, где опилки, а там это благостойкая, да? Стружки. Да, да, им дома обшивают снаружи. Да. Потолок мы пенопластом заделаем. Стены не знаю. Стены есть, ты говорил, это хуйня. Утеплитель, да, какой-нибудь такой прикольный, чтобы мы тут не замерзли нахер. Ну, как-то так. Ну, все потихоньку делается. Я думаю, блин. А сколько в ценовой категории это ОСП или как? ОСП 2,5, наверное, будет. Ну, короче, может быть 3. Короче, со всей этой богадельной, я так понимаю. А еще пенопласт еще сколько? Пенопласт еще 1500. Ну, пятеро нужно. Ну,
да, еще плюс, бля, пакетники, херетники, короче, в десятку. Да, я зашел, глянул, ебать, они стоят, блин. Они стоят вообще кошмарно. 400 рублей. Будем просить у Деда Мороза подарки на Новый год, вон он стоит, дружбан. Долго ты в подвале валялся, пока мы тебя не обнаружили, у тебя там, вторая там жизнь. Еще... Ну, в общем, вот так, ребят. Если кто там хочет там донатом каким-нибудь нам помочь, там, блин, можете кинуть нам тут на благоустройство. Контент, мы думаю, сделаем интересный, так как это нам действительно интересно. Потому что это проблема ЦФО. Если кто-то живет, конечно, где-то там на севере, это вообще их никак не касается. А у нас тут реально что-то народ напрягается по поводу каких-то обстрелов там и прочей всякой фигни. Вот, например, в Белгороде и в Курской области этим уже как месяц назад все занялись. И Брянск. Да, и Брянск тоже. Как-то так. Потому что если действительно что-то такое случится, блин, вряд ли тут просто так в подвале спрячешься, блин. Ну, тут блохи сожрут нахрен, блин. И так что, если... Ну, море вообще. Так что, ребят, если кто-то в ЦФО живет, занимайтесь благоустройством своих личных бункеров, блядь. Думаю, они вам пригодятся. Потому что, как бы, лет 20 или 30 точно уже все забыли про эти подвалы, судя по тому, что вот здесь творится. Как-то так. Да, тут брошенные. В общем, ссылки все в описании. Всем хорошего дня. Всех с днем Октябрьской революции. Пока.